Шеф-повар Максим Григорьев. Салат из рукколы с орехами. Сегодня приготовим быстрый и легкий салат из рукколы. Перед приготовлением салата, рукколу залейте на 10 минут водой, затем достаньте и просушите. Кстати, руккола может храниться в холодильнике до 10 дней. Она хорошо сочетается с овощами, сыром, оливковым маслом и уксусом. А если в этот салат вместо орехов добавить обжаренные кусочки курицы или отваренные креветки, то получится новый вкус салата. Время приготовления – 10 минут. Ингредиенты, составляющие салата. Кешью 1 ст. Огурцы 2 штуки. Руккола 1 пучок. Яблоко 1 штука. Ингредиенты заправка. Кешью 1 ст. Огурцы 2 штуки. Руккола 1 пучок. Яблоко 1 штука. Масло оливковое экстра вёрджин 4 столовые ложки. Мед 1 столовая ложка. Перец душистый молотый 1 щепотка. Соль 1 щепотка. Заправка. Уксус бальзамический темный 2 столовые ложки. Шаг 1. Подготовьте все необходимые ингредиенты: яблоко, огурец, орехи, рукколу, оливковое масло, бальзамический уксус, мед, соль, перец. Шаг 2. Для соуса смешайте в миске мед, соль, перец и бальзамический уксус. Шаг 3. Добавьте оливковое масло. Шаг 4. Хорошенько взбейте. Шаг 5. В миску переложите рукколу. Шаг 6. Добавьте мелко порезанный огурец. Шаг 7. Также порезанное яблоко. Шаг 8. Мелко порубленные орехи, которые еще можно заранее обжарить на сухой сковороде и предварительно остудить. Шаг 9. Заправьте салат подготовленным соусом. Шаг 10. Аккуратно перемешайте. Шаг 11. Салат готов. Шеф-повар Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.